довольно красивая тема. Зеркальце, портальная система, зеркало, портальная система. Если осевым камнем потереть зеркальце, да, просто зеркальце потереть, то зеркальце будет являться, это портальный генератор, который создает восьмерку такую, вихревую восьмерку он создает. И если подношу к какому-то слабому месту, любое слабое место, это может быть любой участок тела, да, ну вот ты тут под рукой, да. И вот если у него где-то что-то здесь ноет, болит, я подвел так зеркальце, включил свечку и свечку поставил между зеркальцем и его личиком, да. То есть зеркало делает ноль переход. А в ноль переход я вот ввел свечка 500 градусов. И все насекомые, которые где-то там, они не имеют права, потому что зеркало создало вихревой фактор и кривизну пространства, и начинает собирать весь мусор, который пойдет на свечку. Ну, давайте я как бы все-таки одно дело говорить, лучше показать что-нибудь, да. А я вот делаю дома, да? Делаю... Сейчас. Насморк. Если насморк сделаю, уже больше нет насморка. Нет, тоже, да. И отсевым то же самое. Я попробовала, и это испытала. Встань так, чтобы нет, вот так вот встань. На. Закрой глазик, просто смотри. Да оба глазика закрой. Да не волнуйся, эти свечки ничего не будут делать. Вот, а тебе типа муравьев. Большие муравьи, да. А тебе требуется одна. Если догадываешься или улавливаешь, помогай вот своим удивлением. Да, удивление. Вай. Ладно, давай, мое дело сейчас просто показать. Это может быть не только глаз, а вообще любой участок тела. Зеркальце и свечка, да. Ну, свечку желательно там капнуть, йодик там, что-то такое, да. Вообще как бы тема кухонного варианта. Тема кухонного варианта, потому что здесь... У свечки 500 градусов, и здесь вот эта вот колебательная основа, она какая-то самая, просто как неотъемлемая часть этого закона зеркала. Зеркало – это портальная система.